Привет, друзья! У нас сегодня такая тишина. Ни ветриночки. Вон, посмотрите, отпугиватель привезли. Дети приехали сегодня. И ни ветриночки нету. Обычно, когда ветер, он так вьется, но он немножко чуть замотался. Нам надо еще тут чуть кое-что подправить. В общем, это мы только еще посмотрели. Мы немножко подправим, и он будет у нас наверху. Вот это самая-самая нужная вещь сейчас для нас в огороде. Клубничка поспевает. Все, сороки бегают, кушать хотят уже. Давайте посмотрим, какая клубничка. Вот такие. Все, уже поспевать начала. Собирать надо. Хотя бы покушать пока себе собрать. Ну вот. Вот такой отпугиватель привезли. Такая жара. Жара прям. Если вот кустики такие маленькие, низенькие, то прям сворачивает жарой. Сжигает и сжигает. Так. Ну, в общем, ягодки краснеют, краснеют. Где-то видно большую ягоду. Вот. Здесь я вот послала соломку, сено. Тут, наверное, почище они будут. Ой, так красиво смотреть, друзья, на них, на эти ягодки. Смотрите. Они, ой, какие красивые такие, большие-большие. Вот такие ягодки у меня сегодня. Хорошенькие. Вот так. Посмотрим, все они будут они лучше. Ну, конечно, они тут чистые, вот. Надо немножко спрятать, а то скушают птички. А сегодня внук приехал. Ягодки вечером его нарвем. Вот. Ну вот, отпугиватель мой, пусть работает, птичка шугает. А то, пока детей не было, они тут уже не вылезают, сороки. Как дома живут. Так, дочка моя работает. Полит мне лук. Полит. Да все грядки подряд. Все полоть надо. И я тоже полю. В общем, вместе полим. Так, у нас мужчины нам поливали огурцы, арбузы. И уехали кататься на велосипедах. Ну, в общем, вот такой отпугиватель, друзья. Если у кого-то есть клубника, это точно 100% работает. Мне они два купили, запас один. Потому что когда ветра, они быстро-быстро худятся. Вот эти вот треплет ветром, и они худятся. Ну, в общем, вот, пока так. Пока об урожае вообще не знаю даже, что сказать. Какой будет урожай, сколько будет ягод. Ну, кисточки большие, ягодки крупные. Травку уж убирала-убирала. Сейчас уж не буду траву убирать. Пусть травки прячутся. Вот так вот. Вот этот сорт очень хороший. Очень крупный. Если хорошо ухаживать, хорошо поливать, у меня просто не хватает рук. Ну ладно, пойду я. Пойду я это. Тоже полью еще кое-что. Огурцы у меня еще одни есть. Так, друзья, огурцы-то я 3 дня назад посадила. Ролик-то у меня вышел. Огурцы сажала. Они у меня уже вон зашли. Красота. Вот, сейчас я их полью. Вчера еще зашли. То есть на третий день зашли огурцы с сухими семенами. Вот что значит жара. Капусту поливать не будем сегодня. Я ее только недавно поливала. В общем, огородные дела у нас. Яблочки ем, подхожу, ем 2 яблочка всегда. Прям зелененькие. Что-то хочется яблок. Сорву зелененькое, скушаю. Красота. Яблочков очень много. Вот это вот яблонька ранняя. Птичка или кто сверчок, не знаю, кто кричит в саду. Смотрите, какие мои арбузы. О, ветки уже какие пошли. Все, арбузы скоро зацветут. Арбузы будем есть. Вот у меня тут внучок полил мне арбузики. А картошечка-то какая? Картошечка-то.
Смотри, как она поднялась быстро. Вот так она у меня всегда поднимается, цветет, а потом пропадает. Может, не пропадет в этом году. Тучка к нам идет, молния сверкает, гром гремит. Ну, не знаю, придет, не придет. Вот тут вот прям все серое, страшное, черное, красное. В общем, домой мы пошли, все. Может быть, придет, польет нам. Дождик пошел, но очень пока маленький. Капает только. Но туча стоит прямо над нами. Может быть, все-таки польет нам немножко. Хоть пыль собьет, и то хорошо. Давно уж не было. Воздух-то какой тяжелый. Давай, дождичек, поливай, поливай нам травку. Растения наши. Всем-всем привет, друзья. Большой привет с Татарстана. А у нас дождичек прошел. Воздух такой свежий. Красота. Так что мы сейчас будем делами заниматься. Солнышка нету, все нам позволяет. Как я сказала, дети приедут, попрошу гаражи убраться. Нам втроем будет полегче как-то. Так что пойдемте в гараж. Дочка уже там с лодкой прибирается. Там лодка в гараже была. Надо ее накачать, вымыть. И мы ее продадим. Потому что на ней больше никто не будет ездить никуда, кататься, плавать. В общем, лодку сначала приберем. Помоем ее и выставим на продажу. Потому что на ней у нас никто не будет уже плавать. Точно не поплывем никто. А Николай Яковлевич точно уже не поплывет никуда. Вот на такой лодке он рыбачил. Повозил ее на речку и рыбачил. Ну, а я пойду в гараж немножко мусор пособираю. Вот, пойду в гараж. В кладовку Николая Яковлевича. Командир. Кстати, друзья, хочу сказать, что в гараж я за сколько? За 38 лет, может, заходила 2 раза всего. Сама лично. Я вообще никогда сюда не захожу. Сейчас вот все, что не нужно, выбросим. Конечно, если Николай Яковлевич посмотрит, что мы выбрасываем, он скажет, это надо, это пусть лежит, это тоже надо. Но мы будем всякие только ненужные вещи выбрасывать. Посмотрим, в общем. Вот так у него здесь. В общем, убираюсь в гараже. Посмотрим, что здесь. Мусор весь, дощечки разные. Дощечки ему зачем? Это, кстати, нужная вещь. Вот это. Это лед вычерпывать. Это убираем. Это нужно оставляем. Сюда. Так. Это вот я не знаю, для чего это надо. Кому это надо? То, что не нужно, сразу в мешок. То, что не нужно. Но то, что нужно, оставляем на сжигание. Это еще самое мало. Это еще надо убираться. Недели 2, наверное. Ну ладно, самое главное, начало есть, конец будет. Лодку помыли, к продаже приготовили. Лодка хорошая. Вот так, все, весла, все. Как говорится, такая корова нужна самому. Когда ее помыли, прибрали, самим нужна теперь. Траву в доме косим. Электрокосой. Немножко скосим, сколько хватит проводов.
дворе травку скосили, травкой так пахнет вкусно, зелененькой. Цветочки вон на одно место все поставить. Вот. Здесь мои питомни цветут. А то у меня здесь такая трава уже большая выросла. Все и во дворе скошено, и у дома скосили. Клубничка наша краснеет. Скоро собирать будем. Скоро будем первый сбор делать. Краснейка. Красота. А виноградик тоже разросся. И цвет у него есть. Цвет винограда. Такой прям. Пышный виноград стал. Так, так. Я Артему сделаю со сметаной, наверное. Да, со сметанкой. Сейчас со сметанкой будем делать коктейль. Так и ягодки помыли. Будем сейчас кушать их, пробовать первые ягодки. Коктейль делаем вот так. Поняли? Сметанку добавить, так получается. Снятинка! Артюш, иди кушай. Вечером отдыхаем. Я сижу, наблюдаю. Как?